Природные катаклизмы октября заставили напряженно работать и представителей страхового бизнеса республики. Поврежденные автомобили стали причиной повального обращения автолюбителей в страховые компании. Те, в свою очередь, только подсчитывают размеры причиненного владельцам ущерба. Наша съемочная группа встретилась с представителем одной из страховых компаний и узнала, что делать, если на капот автомобиля упала ледяная ветка. Данный случай, считают специалисты, подходит под пункт «Чрезвычайные погодные условия». Однако каждое заявление рассматривается индивидуально. Все зависит от того, как застрахована машина. ОСАГО не является страхованием ущерба вашей машине. То есть, если нет виновника ДТП, второго участника, и если это не ДТП, то ОСАГО в данном случае не действует вообще. В отличие от этого, КАСКО – это страхование именно ущерба вашей машине. Ущерба в случаях, предусмотренных договором, предусмотренных правилами. То есть это ущерб вашей машине, в том числе и в случае стихийных бедствий. Но даже наличие полиса КАСКО – это не панацея. Погода еще будет удивлять. Поэтому для собственного комфорта и сохранности имущества МЧС Чувашия рекомендует временно не парковать автомобили близ больших деревьев. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.